Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес в интервью телеканалу ТВ Астека заявил, что его сын Хулио Сезар Чавес-младший не имеет права на поражение в бою с соотечественником Саулем Канело Альваресом. Их поединок состоится 6 мая. Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 164,5 фунта, и будет состоять из 12 раундов. Мой сын может проиграть в любом поединке, даже с женщиной, но у него нет права на поражение в бою с этим ублюдком, цитирует Чавес и Эльграфика.мx. По мнению издания, победитель боя Чавес Альварес сделает шаг навстречу поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому принадлежат 4 из 5 поясов в среднем весе. Промоутер Triple G Том Леффлер сообщал о возобновившихся переговорах с Канело, а в команде мексиканцы объяснили, почему их боец перепрыгнул через средний вес. Ранее Альварес назвал встречу с соотечественником захватывающим зрелищем, а Чавес рассказал о кабальном контракте, по которому за каждый лишний фунт его оштрафуют на $1 миллион.